Так, следующий. Это у нас, ребята, босс. Угу. Он кидает кости. Мы должны ждать. А, типа, выбирай. Выбираем 3. Потом выбираем 2. Я логику так и не понимаю. 5 получается, да? Потом единичку берем и берем 4. Все, и он умирает. Прикол, да? Как-то так. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей. Продолжаем играть в игру Stickman, который хочет сбежать из тюрьмы. 265 уровень у нас уже, ребята. И называется он под прикрытием. Под прикрытием. В смысле? Так. Сюда заходим. Вот у нас чувак бегает. Под прикрытием. Смотри, у него есть 12 секунд. Ой, 9. Так, давай еще раз нажмем на кнопочку. Что-то я немножко неправильно начал делать. Так, нам нужно быстренько включить вот эту штуку. Ох ты, ё-моё. 6, 5 секунд. А, успел. 13. Так, нажимаем на эту кнопку. Нажимаем на эту опять. И теперь нам нужно нажать на вот эту красненькую. Так, что у нас здесь? Ключик. Все, забираем ключик, ребята. Так, прыгаем. О, все сдохли, прикинь. Так, а у меня вот это... Секунды они мне, в принципе, не нужны. Все, убегаем. 265 уровень прошли. А, точный удар. Ух ты, ё-моё, смотри. Так, ладно. Они прям на меня охотятся, да? Так, опля, тихо. Понятно. Так, у нас... они, получается, спускаются именно прям на меня. Ладно, все, убегаем. Внимательно считай. Ой-ой-ой-ой. А что считать-то? 267 у нас получается. Внимательно считай. В смысле, а что тут? Чего здесь считать? А зачем я вообще включил вот эту штуку? Тут ничего нету. Так, а ну-ка, ладно. Внимательно считай. 267. Может быть, 267 нажать? 267. Чё, нифига? Внимательно считай. А что считать-то? Алло, а чё, почему внимательно? Интересно. Ладно. Короче. Давай нули выставим. Не, нифига. Внимательно считай. Типа прыжки, что ли? Например, раз, два, три, четыре, пять. Так, типа 5 прыжков сделали, да? Все правильно? Да. Короче, 5 надо нажимать, ребятушки. Чтобы вы знали. Следующий уровень, 268-й, тайная угроза. Ох ты, ё-моё, а в смысле ты умер? Колышек был, прикинь. Ё-моё, еще один колышек. Ага, еще один. А смысл вообще? Ладно. Да ё-моё, в смысле? Тайная угроза вонючая. Сколько вас тут много? Да ё-моё, смотри. Ага. Так, все нормально здесь? Да ё-моё, да как так? Сколько этих вонючек? Ладно. Сейчас мы все эти вонючки узнаем, где они находятся. Ага. Ладно, ребята, хотя бы здесь мы узнали, где чего кого. Тайная угроза. Вроде бы больше тайных угроз нет. Все, открываем замочек и убегаем назад. Нет! Да как так-то? Сколько много этих шипов-то понарасставлено? Чё ж они так много этих шипов поставили?
Так, вроде бы здесь не было шипика. Так, все, ключик забираем и домой, ребята. Домой бежим. Убегаем отсюда. Так хочется уже последнего босса уничтожить. Прыжок, еще прыжок. Так, а ну-ка. А что это за полосочка вонючая? Я не допрыгиваю. Так как-то сделано, чтобы я не допрыгнул, ребята, ни в коем разе. Смотри. Да. Ой, как они вот эти вот сложные, вот эти сложности вот выдумали, придумали. Как вот? Ну, типа, надо прыгать. А в смысле я же прыгаю? Вот на вот эту штучку? Нет. Нифига. Сюда он не допрыгивает. В любом случае. Нет. Прыжок ищ... А ну давай просто на месте попрыгаем. Нифига. Нет. Да. Что-то я не понял. Я же прыгал по вот этим штукам, а? Я же прыгал, ребята, по вот этим штукам. Подожди. Ну, прыжок, еще раз прыжок. Я же по ним прыгал. В прошлый раз. Почему у меня не получалось? Странно. Опа. Так, тут еще и прыгнуть надо аккуратно, понимаешь ли? Не так-то все просто и не так-то все легко. Как кажется на первый взгляд. Прыжки эти вонючие. Опа. Надо, короче, прям вот... В кругляшок этот прыгать. Ну, я так делал. Так, следующий уровень у нас. Коробка. Коробка двигается. А, это и все? Че, серьезно? А, странно, ладно. Ладно. Ух ты, 271 уровень притяжения. А, вот у нас магнит есть. Он двигается, ребята. Так, притянули. Тихо. Ага. И как нам? И как нам быть? Хорошо. А как они так две штуки взялись у меня? Хорошо, ладно. Сделаем по-другому. Так у нас же получается все. Так, здесь мы открыли. Дальше. Берем еще вот эту штуку. А ее бросим сюда вот. На вот эту вот. Так, нажали. Но ничего не произошло. Давайте тогда. Ух ты! Ты меня что ли поднимаешь? Вонючка. А, он и меня, прикинь, поднимает. Ладно. Сброшу я тебя сюда. О! Тихо. Так, все, бросаю тебя сюда. И все. Так, а, теперь я прыгаю. Все. А прошли, ребята, уровень был очень интересный уровень. Так. А 272 уровень, какие-то у нас рибусы. Сейчас он, конечно, умрет. А, нет. А, на синем умер. А где логика? Минус 1, минус 2, минус 3. Минус 1. Типа понял я. Сначала нужно красненькую щелкнуть, да? Так, в смысле, так легко открылось? Просто так взяло и открылось замочек? Странно, ребята, очень странно было, я так и не понял. А 273 уровень, страховка. О-о-о-о. Блин. Это вот так вот играть. Страховка. А, это двигается, слушай. Слушай, это двигается. Понятно. Что это за страховка? Так, а ну-ка сюда теперь тебя. Угу. Ага, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Все.
Получилось. Теперь назад. Вниз. А здесь ставим вот сюда. Так, потом вот так вот сделаем. Вот так вот. Все. Потом сюда. Вот такая вот, ребята, страховка. Теперь надо отсюда выйти как-нибудь. Так, вниз. И влево. Вправо, то есть. Теперь опять вниз и влево. Все, на выход. Хорошо. Живая стена. Ой-ой-ой, живая стена. Ё-моё. Красненькая. Так, нажали на красненькую. Теперь она что, не будет работать? Ага. Теперь ждем, какая будет. Синяя, наверное, надеюсь. Ждем. Вторую. Зеленая. Так, ладно. Померли. Ага, понятно. Нажимаем на красненькую и бежим быстренько. Делаем вот, такой, вот такую штуку. Забираем ключик. А, ключик забрали. И теперь на зеленую нажимаем. Так, все, на зеленую нажали, по идее. Все, она у нас неактивна. И убегаем. 275. 5 равно 20. Так, 6 я взял, да? 2. И чего? И умер, да? А смысл? А смысл тогда? Фиг знает, короче. Я так понял, надо четвертую либо седьмую взять. Давай возьмем нет. Все-таки надо было тут брать. Либо ничего не брать. Не понял. А троечку если... А троечку умер. По идее, как бы я считал бы, я бы с единички бы начал, правильно? Ну да. Логично. Один. Два. Ладно, ту я взял, ничего страшного. Три. Так, ну мы... Это уже непроходимое, потому что я тут уже успел взять. Давайте заново. Начнем с единички. Один. Раз. Ну, сразу включим. Так. Вторая. Третья. Ага, четвертая. Так, четвертую берем. Пятая, ребята, пятая. Берем пятую. Да в смысле? Не понял. Задача, короче, такая. Смотри, берем 2, потом прибавляем 1, получится 3, правильно? 2 плюс 1, 3. Теперь берем 7. 7 берем. И будет 10. 3 плюс 7 будет 10. Это 1 десятка. Потом берем четверку. Смотри. И шестерку. Это будет вторая десятка. Все, замочек открылась. Мы собрали 20 циферок, да? 20. Все, прошли уровень. Так, следующий. Это у нас, ребята, босс. Угу. Он кидает кости. Мы должны ждать. А, типа, выбирай. Выбираем 3. Потом выбираем 2. Я логику так и не понимаю. 5 получается, да? Потом единичку берем и берем 4. Все, и он умирает. Прикол, да? Как-то так. А, беги и прыгай, ребята. Ух ты, ё-моё. В смысле? Беги и прыгай. Блин, не успел. Ладно. Сейчас еще раз попробуем. Сейчас, 277 уровень. Нет, я не допрыгнул. Блин, а как так? Как тогда прыгнуть, а? Неа. Не допрыгивает. Сумасшедший какой-то Сигман. Давай отсюда попробуем. Есть! Наконец-то. Наконец-то мы с вами, ребята, прыгнули.
Так, здесь мы сейчас развернемся. Открываем замочек. Бежим дальше. Здесь аккуратненько прыгаем. Все, и убежали. Вот такой вот уровень. Так, следующий уровень, здесь 78 сила ветра. Мы с вами будем в следующей серии пробовать открыть. Попробуем пройти. Ну а сегодня мы заканчиваем серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ну а мы с вами прощаемся. Но скоро встретимся, дорогие друзья.